ассаламу. Алейкум ассалам. Меня зовут Заур Ахмад Хаджи. Мы с вами знакомились в 2015 году на юбилее Дербента. Тогда, я помню, вы посещали мечеть, строившуюся у дагестанских огней. У нас с вами тогда состоялся хороший, продолжительный разговор, я вас за него благодарю. Говорить будем о безопасности дорожного движения. Пожалуйста. Сегодня вы за рулем, и для меня это очень необычная обстановка. Я думаю, что, иншаллах, хорошую передачу мы сделаем. Тема правил дорожного движения очень сложная, Ахмад Хаджи. Сегодня она превратилась в проблемную тему. Ежедневно десятки людей гибнут, сотни людей получают увечья в дорожно-транспортных происшествиях. И именно поэтому я благодарю вас за то, что вы приняли приглашение на эту беседу. Уверен, что эта беседа несет свой существенный вклад в повышение уровня культуры наших водителей на дорогах, нашей общей культуры вождения, поведения на дорогах. Позвольте начать вот с такого вопроса, который заглянет немного в ваше прошлое. Когда вы впервые сели за руль? Где-то 88-м, тогда вот-вот разрешали вот грузовые машины приобрести, вот это время. И вот первая машина у меня была грузовая. Я, кстати, об этом хотел спросить. Каким был ваш первый автомобиль? Вот и ГАЗ-52 марка, и хлебовоз, будка была. На этой машине я ездил. То есть вы ее приобрели и перебрали, вы сделали ремонт? Да, да, капитальный ремонт. У меня была такая привычка. Машина же была старая. И я капитально, дарами разобрал машину, потом собирал. И вот этот ремонт для меня достаточно было где-то 2-3 года. Потом через определенное время, позже один капитальный ремонт, и у меня вот такой был принцип. Даже я вот колесо вот менять или что-то никому не доверял я. Потому что сам я от души подходил, уважал машину. Это уважение к машине я тогда и сейчас я считаю как благодарность Всевышнему. Пока машину не грел, я не трогаюсь. И когда водители в наше время на это не обращают внимания, я им говорить ничего не могу, потому что они могут мне сказать, твои времена прошли, сейчас уже времена другие, компьютерный век, мы лучше знаем, мы больше знаем. Но когда я был молодым, мы вот так подходили. Машину грели сначала, потом трогались. Кстати, вот я хотел у вас поинтересоваться о ваших принципах, которыми вы руководствуете. Кстати, видите, нас обгоняет сейчас автомобиль автошколы. Да. То есть, по всей видимости, да, вот видите, сзади даже на бампере написано «соблюдай дистанцию». Да. То есть, не только мы с вами думаем о том, как бы, значит, снизить уровень напряженности, да, на дорогах. Вернусь к вопросам, уважаемый Ахмад Хаджи. Я хотел у вас поинтересоваться, какими принципами вы руководствовались, когда вот в первые 2-3 года вы сидели за рулем. Это ведь сейчас, разговаривая с вами, я понимаю, что для вас автомобиль – это не просто средство передвижения, это предмет интереса, это предмет заботы. Какие еще принципы вами руководили? У меня был принцип, чтобы на машине все работало, действующее, что было. Поворотник, какая бы старая машина ни была, зеркало заднего вида. Это для меня были вот такие вопросы. У меня были вот как бы принципиальные. Вот тех старых машинах, фара, когда вот задний включаем, не бывало, я устанавливал. Потому что в вечернее время ничего не видно. Я устанавливал дополнительно. В общем, у меня был принцип, чтобы машина 100% машина была исправная. И комплект, чтобы был.
какие проблемы есть в самом понятии культура дорожного движения, на ваш взгляд? Здесь у нас в Махачкале езда, но это не в обиду махачкалинцам будет сказано. Здесь порядок движения я не замечаю. Ну, потому что человек, который находится в крайнем левом ряду, он спокойно может включить поворот и направо поворачивать. Там 3-4 ряда идут. Вот этому, допустим, я понимаю, он не догадался заранее включить. Но езжай чуть дальше, потихоньку возьми направо, потом развернись или по другой улице. Нет. Он должен отсюда все движения перекрыть, включить, кое-кому создавать проблемы. Правду говоря, я считаю, что водитель не соблюдает элементарную этику. То есть речь даже не о правилах дорожного движения? Да, просто этика. По этике же, взаимоотношения между людьми. Да, вот он же знает там сзади, какое движение. Нет, ему нужно направо повернуть. Здесь сейчас решить свой вопрос. Многие люди как-то нарочито нарушают правила дорожного движения, утверждая, что есть предопределение. То есть вот это предопределено тому, что суждено случиться, тому, что предписано. То, что предписано, случится. И как бы, в общем-то, отчасти даже прикрываясь вот этими мыслями, где-то не берут с собой детские кресла, не пристегиваются, сознательно идут на обгон в опасном месте, превышают скорость, понимая, что на каком-то участке делать это вполне опасно, в том числе для жизни, и для своей, и для жизни других людей. Что бы вы могли сказать вот о подобных утверждениях людей? Я в качестве примера приведу. Если человек вот сидит под стеной в тени летнее время, и стена обрушилась незаметно, неожиданно, и он умер. Этот человек умирает, шахид. А если человек под этой же стеной сидит в тени, и там ему кто-то его предупреждает, вот эта стена может скоро рушиться, или, в общем, он ожидает, что разрушится эта стена, и он там сидит. Он получается человеком, который сам себя убил. Представьте разницу, где. Там он умирает святой смертью, а здесь он сам себя убивает. Здесь, в данном случае, вот я вот какую-то параллель вижу. Вот когда человек, допустим, машина, опять я же привык на грузовой машине, вот машина рассчитана на 3 тонны. И если ты грузил 4 и более тонны, или же тормоза отказались, или же там рулевая тяга там вышла, или же что-то, аварию сделал, это весь грех на тебя стоит. А если ты соблюдал все правила, все нормы, все требования, и получилась авария, вот это можно сказать, это предопределение. Не тот первый случай, когда он все превышает и делает, но это и по шариату, и по человеческим принципам. Ну, ни в какие нормы не входит вот это. Угу. О шариате. Хотел бы поинтересоваться у вас, как у алима, человека, посвятившего свою жизнь служению, познанию Всевышнего Господа. Что в шариате говорится о соблюдении писанных правил, в частности, правил дорожного движения? Вот как раз так я, исходя из шариата, это говорю. По-другому я с вами говорить не могу. У меня жизнь построена на это. Любой вопрос, в первую очередь, сверить шариату и смотреть, что шариат говорит по тому или иному вопросу. Потом, после этого, это сравниваю с законом, как по закону. Только потом я приступаю вот к делу. Поэтому и шариат, поскольку шариат, ислам наш идет со времен Адам, алейхиссалам. И по сей день ислам, религия одна. Пророки менялись, шариаты вот
как мужеская конституция менялась, а в целом шариат одна. Тогда машин не было. Когда уже машины появились, вместе с машинами, вот бывает, вот холодильник появился, и вместе с этим рекомендация, как нужно обращаться, одновременно выходит. Относительно обстоятельств складывающихся. Да. Инструкция. Вот машина появилась, и рядом сразу инструкция. Вот так нужно вести. Вот так, вот настолько-то тонн рассчитан, настолько-то километр рассчитан. Вот ГАЗ-2 была у меня первая машина. Вот больше 60 км в час поднимать нельзя было. Обороты не выдерживает машина. Двигатель выходит из строя. А если я каждый раз буду на 70, на 80 км в час ездить, каждый раз я буду с поломанным мотором, двигателем стоять. А я не поднимал. На 60 км в час я ездил. Потом двигатель поменял на ГАЗ-53, тогда уже 70-80. Соответственно, с мощностью мощность того... и разрешение со стороны государства, и для дорог, и для двигателя. Насчет оборота, количество оборотов. Все же это рассчитано, нам же эта инструкция в руки дают. Вот шариат требует соблюдать вот эту инструкцию. А инструкция требует, чтобы соблюдать и скорость, и правила. Например, то, что было лет 20-30, и сегодня много что поменялось. Тогда машин было мало. А сейчас совсем по-другому нужно ездить. И кое-какие правила меняются. А если мы скажем, вот это правило там поменяли, там въезд, например, кольцо, раньше другое было, сейчас поменяли. Да, изменили. А сейчас, если мы скажем, нет, по правилам раньше так было, аварию сделаешь. Поэтому соблюдать, я это считаю, обязательным. Знаете, о чем еще хотел бы поговорить? Вот в части соблюдения правил. Участниками дорожного движения являются водители, пешеходы. Ну и, безусловно, очень значительную роль играют работники автоинспекции, которые стоят на дорогах и, выполняя свою работу, обеспечивают безопасность. Нашу безопасность, безопасность всех людей, которые передвигаются. Мы часто становимся свидетелями того, как люди неоднозначно, очень агрессивно реагируют на то, что их останавливает работник, на то, что просит предъявить документы, на то, что предъявляет те или иные претензии в части нарушения. И люди ведут себя порой на самом деле очень агрессивно, даже если опустить, то правильно делает сотрудник или неправильно это делает. Человек ведет себя довольно агрессивно. Что бы вы могли сказать в качестве назидания, слов назидания вот этим людям? Вот насчет работников госавтоинспекции, правду говоря, с одной стороны, я их жалею. Потому что то, что они требуют для нашей же безопасности, они же не для себя это говорят. Допустим, водитель совершил вот аварию или же что там на... Это госавтоинспекции, работник же не отвечает за это. Ну, вот этот материал передаст там дальше, куда нужно будет, и все. А он почему на дороге стоит зимой, летом, жаркое время, холодное время, останавливает, беспокоится, от нас требует соблюдения правил. Это для нашей же безопасности. Имам то же самое делает. Людей учит, ведите вот так себя, вот так обращаетесь друг к другу. Каждый раз имам говорит, они не слушаются. И они думают, это имам какую-то для себя это делает. Вот видите, вот, какое прям нарушение вот сейчас. Вот, пожалуйста. Прямо перед нами. Нет, поэтому вот госавтоинспекции, их надо сначала понимать. Вторую очередь, их надо уважать. Третью очередь, когда они замечания делают, я бы попросил у водителей, чтобы у них просили прощения за то, что они заставили их вот это замечание им делать. Зачем? Он же спокойно может сидеть, если бы не твое нарушение. А дальше, конечно, слушаться замечания и в следующий раз не повторять вот эти нарушения.
Мы вот только что с вами стали свидетелями нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов. Хотел бы вот акцентировать внимание на том, что есть еще и пешеходы, как участники дорожного движения, и, к сожалению, сама опасность дорожного движения и травматизм, и смертность на дорогах, они увеличиваются не только за счет автомобилей, которые, двигаясь где-то на предельных скоростях, выезжая на полосу встречного движения, там, ну, ввиду разных причин случаются автокатастрофы, люди гибнут. Есть еще и такой сегмент, как пешеходы, которые получают увечья, которые, к сожалению, гибнут на дорогах. И вот это случилось сейчас вот перед нами. Благо, мы приостановились, пропустили людей. Что им тогда нужно говорить? По поводу пешеходу у меня принцип чуть-чуть отличается от принципа других людей. Я всегда считаю пешеходы правы. Очень интересно. Почему я так считаю? Потому что ты едешь в машине, на тебя дождь, снег, холод, жару не попадает. Ты с включенным кондиционером или же вот, в общем, ты вот комфортно едешь. А он, пешеход, он смотрит на тебя и думает, была бы у меня машина, я тоже был бы на машине. Нету, значит, приходится ему пешком ходить. Дождь, снег, ветер. Любой, там идет дождь, у нас же здесь в Махачкале чуть-чуть, вот, вот это, когда во время дождя, просто там улица же, так как море бывает. По этим лужам они ходят, и водитель, если вдруг у него там светофор зеленый горит, или что-то, у него водителя преимущество, и вообще опасно, пешеход, он не думает. Он забывает, что он в машине, у него ноги сухие, он нормально сидит, он забывает про это. Он говорит, вот у меня же преимущество, я должен проходить, проехать. Поэтому я, хоть у меня принцип неправильный, я на стороне пешехода. И если какой-то наезд на пешеход, вот когда пешехода забывает, тоже я бы их оправдал, я бы винил водителей. Если бы на это у меня было бы право, возможность. Ну, в то же время, обращаясь к пешеходам, я бы сказал, ну, допустим, вы правы, не правы, все равно вас сбили. Вот кому легче? Вы будете, даже в лучшем случае, если водитель не скрылся... Вот еще один пример, да? Вот еще один пример. Если водитель не скрылся с места происшествия, это уже хорошо. Допустим, он за тобой там ухаживает, в больницу ходит. Это в лучшем случае. А вот это 3-4 месяца, которые вы будете провести в больнице, ваши дома члены семьи будут за вас беспокоиться. Ну, допустим, мы скажем, да, я был прав, пешеход прав, водитель был неправ. И что от этого? То есть в итоге в проигрыше остается... Пешеход. Его же сбил, с водителем же ничего не станет. Он же пешехода сбивает. Знаете, поэтому вот пешеходам тоже со своей стороны, конечно, стоит вот быть бдительными, убедиться, прежде чем наступить ногой на территорию, можно сказать, как водителя. А вот это где зебра, там, конечно, это уже его зона пешехода. Вот, кстати, о зебрах. Вот мы сейчас с вами едем по улице, и мы проехали уже... Шесть, вот седьмая зебра, седьмой переход. И мы с вами стали свидетелями трех нарушений правил дорожного движения, когда пешеходы, причем группой, вы сейчас это видели, группой, переходят дорогу в неположенном месте, тогда как буквально в 5-10 метрах от них есть вот та самая зона безопасности для них. То есть даже в этих случаях принципы, о которых вы сейчас говорили, вы ими руководствуетесь. Да, да. Я думаю, они надеются на доброту водителей. А, все. То есть, я так думаю. Это улица с обоюдным движением, да, навстречу. Да, да, я так думаю. Вы привели пример, в котором человек, двигаясь в общем потоке, может, нарушая правила, что-то мгновенно переключиться с левого ряда в правый или с правого ряда в левый. Это ведь на самом деле одна из крупных проблем, когда простые, вот вы это отметили, простые
нормы этики, взаимоотношения между людьми не соблюдаются, и ты, там, удерживая дистанцию с впереди идущим автомобилем, надеешься на то, что в случае того или иного маневра он тебе подскажет, каким будет этот маневр. А он берет, мгновенно нажимает на тормоза, переключается, там, перестраивается в тот или иной ряд, направо или налево, таким образом создавая тебе проблему, потому что ты можешь, в общем-то, догнать его и ударить в задний бампер тому, кто в левом ряду или в правом ряду. Скажите, пожалуйста, Ахмадхаджи, что такое, по-вашему, правильная человеческая этика на дорогах? Если обобщить... Да, это такой очень глубокий вопрос. Да, да, да. Общий, я глубокий считаю, вопрос. Он в любом случае себя должен поставить на их месте. В любом случае. Например, я поворачиваю направо, я должен вот с правого ряда идет человек, я должен поставить на его место и сказать, мне бы понравилось, когда меня вот так срезали, и человек идет. Он создал для меня аварийную ситуацию. Не дай Аллах, если бы я отвлекся, у нас же сейчас модно ездить за рулем, сидеть за рулем, ездить и телефоном разговаривать. Да, к сожалению, вот. Да. И телефон у меня, и я еду, и я рассчитываю, вот километр 70, здесь разрешаемая скорость, и я иду. И вдруг неожиданно повернулся тот водитель, я же могу, ну, чуть-чуть, если я буду опоздать, реагировать на это, я могу ударить. Поэтому он должен себя ставить на место этого человека. Понравилось бы ему это, если вот так поставить, я думаю, вот эта этика все туда входит. То есть мгновенно все будет на своих местах. Я так думаю. Опять же, это возвращение к ценности «желай другому то, что желаешь себе». Вот это, вот следуя за хадисом. Вот такой вопрос, Ахмадхаджи. Очень часто, особенно у нас здесь, к сожалению, наблюдаешь картину, когда едет скорая помощь или пожарная машина, случилось где-то плохое, где-то случилось, да, вот справа нас пытаются обогнать, да. Видите, тоже, и он настаивает на том, что это можно сделать. Да, мы... Вот разговор об этом. К сожалению, не всегда пропускают. Это ведь огромная ответственность. Ты стоишь и на это пути. Тоже есть. Это, я думаю, вот у нас, я кроме в Дагестане, в других местах, конечно, вот это не замечал. У нас как бы человек, если себя чем-то хочет показать, он говорит, я никому не подчиняюсь, я никого не боюсь. Он, например, работает в каком-то месте, да? И он говорит, я, говорит, нет, говорит, я не подчиняюсь никому. Почему, говорит, меня на работе не любят? Потому что я прямо, говорит, лицо правду говорю. И вот этот человек, вот водитель, который не уступает, вот ни пожарной машине, ни скорой помощи, ни машине милиции, он, вот этот человек относится к этой категории людей. Это, я думаю, нам нужно воспитать молодежь, чтобы он не считал унижением уважать другого человека. Вот у нас на сегодняшний день, к сожалению, где-то осталось. Я не скажу, там все люди такие. Процентов 70 люди уважают. Вот маленькое такое количество есть людей, которые вот этот принцип держат, как вы. И становится вот в такую позу, я никому, да, не, да, собираюсь, да, я никому не собираюсь подчиняться, отчитываться. Это против принципа шариата. Особенно против принципа тариката. И кто, вот, например, себя считает мусульманином, ему нельзя так вести. А кто себя считает муридом, это уже, как можно сказать, как катастрофа. Это нельзя. Надо уступать. Опять я говорю, надо уважать. Хотелось бы вот какой аспект всего этого проблемного комплекса
затронуть, это парковки. Парковки, манера парковаться наших людей в общем. Да? То есть вот, поездить по Махачкале, да, и по другим нашим региональным городам, можно сразу заметить, что, как вот вы говорите, люди, которые считают, что им можно все, и, в общем-то, они никому за это ничего не должны, они могут и автомобиль оставить так, как хотят, и не включить аварийку в случае той или иной аварийной ситуации. Бывает и такое, что, на самом деле, заглох автомобиль, случилось, человек включает аварийку, но таких случаев у нас немного. Паркуют так, как хотят, оставляют так, как хотят. И есть проблема, есть вопросы с парковкой в пятничный день. То есть в пятницу перед молитвой у мечетей. Пожалуйста, вашу, интересно было бы и важно было бы для всех нас узнать вашу точку зрения относительно в общем проблемы парковок и проблемы парковки в пятничный день у мечети. Этот вопрос для меня, конечно, не новый вопрос. Мы сколько раз сталкивались, обсуждали эту тему. И мы несколько раз в мечетях имамов мы имамов попросили, чтобы они объявили мечети. У нас такой принцип. В первую очередь, я бы, когда я иду в мечеть, и ну, бывает человек, который с работы там отпросился на пятничную молитву, этот человек другой, он, конечно, должен и на машине приехать. Если человек свободно дома сидит и идет в мечеть, я бы вместо него, учитывая вот эту проблемную ситуацию, без машины бы приехал. Сел бы на маршрутку, приехал, ну, я так считаю. И, допустим, пришел с машиной. Ну, можно же, учитывая вот это, вот у нас такой, хотя мы говорим, мы плохо живем, или хорошо живем, можно узнать, смотря на улицу. Каждый раз у нас на улицах пробки, значит, неплохо живем. Много автомобилей. Автомобилей много, и при том новые. Значит, хорошо живем, надо благодарить Аллаха. И если чуть-чуть дальше оставить машину, тоже можно было бы. Нет, он критик идет в мечеть, вот где остановился, у него дальше думать, даже времени нету. Уже азан читали, уже икама читали, он должен заходить в мечеть. Он тут же оставляет мечеть, машину. Где остановился? Потому что времени же нету. Он оставляет машину, уходит в мечеть. Вот этот момент я понимаю. И я бы закрыл глаза на этот случай, если бы после того, как с намаза он вышел, имеется в виду салам, дал имам, сразу бы вышел. Нет. Он же туда опоздал. Он все, что возможно и невозможно, решает, должен там вот это восполнить, возмещать, все делать. Потом он же религиозный человек, ему все простительно. Он же хороший человек. А он не думает вот этим своим качеством, с каким людям он вредит. Проблемы с возрастом. Кто-то на работу опаздывает, может из-за этого он потеряет работу, вот другой человек, из-за тебя. Может там скорая помощь. Ну, должное время, нужное время не смог оказать помощь медицинской, кто-то умер. Там пожар. Нет. Он же поклоняется, ведь же он добро делает. Видите ли, ему все это простительно. Вот, я опять возвращаюсь к тому, себя надо поставить на место тех людей, вот, кому ты вот это создаешь проблему. Смотреть, там вот эта скорая помощь, куда идет? Ваш дом идет. Пожар тушит. Вашему там брату идет, отцу, родителям идет. Вот тогда он так не делает. Ну, видите, он все время говорит, нет, у меня же проблем нету. Уважаемый Ахмад Хаджи, мы с вами приехали в великое место. Место, где буквально на глазах, хвала Всевышнему Господу, возводится комплекс, носящий имя пророка Исы, алейхиссалям. Вы, только что вот отвечая на вопрос, говорили о добре. Несмотря на то, что мы с вами говорили на проблемную тему, на сложную тему, несмотря на то, что по пути нашего движения нас обогнали справа, попытались немножко подрезать на светофоре, где-то пешеходы неоднократно переходили дорогу в неположенных местах,
несмотря на наличие этих проблем, безусловно, есть и очень много хорошего, доброго, светлого в наших людях, в водителях, в принципе, в участниках дорожного движения. Что бы вы могли отметить вот такого важного для вас, как для человека, и что бы вы могли пожелать всем участникам автомобильного движения? Без водителей, без машин, вот так представить жизнь, какая бы была у нас, я не могу. Даже представить невозможно без водителей и без машин. Значит, какое место они занимают в нашем обществе. Поэтому в первую очередь их надо благодарить. И им надо просить Аллаха, чтобы Аллах им дал здоровье. Самое главное и самое им нужное – терпение. То, что у них, у водителей, совсем дефицит. Вот когда светофор горит красный, пока зеленый будет включаться, они просто вот эти секунды там терпеть не могут. Они все время спешат. Я им прошу вот это терпение, чтобы Аллах им дал. Я их очень люблю, уважаю, потому что уже лет 30 я сам за рулем. Я тоже водитель, получается, я сам себя тоже люблю. Как водителя. И я желаю им, чтобы они, когда они выезжают из дома, представьте, их жены, дети с какой радостью провожают их. Вот с такой же радостью, чтобы их дома члены семьи встречали. А для этого что нужно делать? Для этого нужно соблюдать правила. Чтобы вот так вернулись домой, чтобы детей радовали. Нужно соблюдать правила. Баркаллах, Ахмад Хаджи, я вас искренне благодарю, во-первых, за такой непринужденный, свободный разговор. Это на самом деле большая, сложная тема. Вы сегодня и как водитель, как участник дорожного движения выразили свое отношение ко всему тому, что происходит, хорошему и плохому. Я вас благодарю за это и благодарю за то, что мы с вами по ходу этой беседы приехали вот в такое великолепное место. Я прошу Всевышнего для вас здоровья, дай вам здоровья, чтобы вы всегда радовали нас своим словом, своим делом и своей поддержкой. Спасибо. Тоже вам благодарен, желаю добра, чтобы вы всегда людям довели, донесли добрые слова, полезные слова, советы, и чтобы вы долго-долго жили, как ваш отец рад вами, чтобы вас тоже, ваши дети радовали. Баркаллах. Успехов вам. Баркаллах.